Литература, если взять ее тысячелетнее развитие, я имею в виду русскую литературу, вот здесь, мне кажется, самое время к ней обратиться. Мне у Варлама прежде всего понравилась мысль о том, что сейчас нужно заново знакомить русскую читающую публику, русских писателей. Вот это совершенно, по-моему, верная мысль. Еще мысль о том, что современный мир, мир плоский, однозначный. Вы понимаете, в нем торжествует плоский человек. Так вот, литература возвращает, русская литература, да и вся мировая литература. В этом году, например, 750 лет Данте. У нас Данте в Тюмени будет через 2 дня. Так вот, литература возвращает человеку его бесконечную глубину.